бешеная битва Накаджима. Почувствовал поток теплых слез на своей груди. Юмика, в общем, прижалась к нему и начала рыдать. Погодите, сейчас, может быть, во время... Это побег на время. В общем, Цербер говорит, мол, вы победили, вот это удивительно, если он еще раз появится, я буду сражаться на вашей стороне, а до тех пор до встречи. И типа Цербер этот, он повелитель загробного мира. Это место возвращается на свое законное место. Если что, оно само сейчас двигается. Ну, типа, летающий корабль припарковался, теперь он улетает, ибо разрушается. Угу. Минотавр. А, это боссов показывает. Медуза затем идет. А не Агар. А, еще и стражников будут показывать. И NPC ключевых. Табаса статуя. В главных ролях. Медуза. Капитан Бэйна. Кстати, я к нему мог прийти после того, как окаменение сняли. Рик. Там, наверное, какая-нибудь пасхалка была. Локи. Я же комнату находил. Гайя. Боя и за нами, и девушка, которая была, она являлась реинкарнацией за нами. Как это может быть, если она даже не умирала? Вот. Блин, вы смотрите, он, у него глаза моргают. Он хотел нас обнять, а мы его убили. Так, после этого всего. Так, а что это за книжки 1, 2, 3, 4, 5? Что на экране, на компьютере? Там была отсылка к чему-то? А, конец. И... По-моему... А нет, подождите, подождите. Однако, что? Тысяча 1099 год. Конец человеческой эры. И время идет дальше. Мигами танцей 2! Что? Что? А, это игру, в которую он играл. Ошибка данных. Сохранение повреждено. Идет инициализация данных. Ну, что будет? Так, а теперь ты... О, господи, так, все, что случилось в этой игре, это есть и реальность, и они... Блин, я не успеваю.
я и сказал, позвали игре начаться. Кто успел это понять, что там происходит? Там вроде бы сказали, что... А что было игрой, то ли или это? Короче, это начало второй части Megami Tensei, насколько я понимаю. Или нет. Или мне заново пытаются перебросить на вторую часть. Но я понимаю, а что там было сказано? Вторая часть — это та, что была внутри игры, или та первая часть, которую я проходил, являлась частью игры, но она была настоящей. Я, короче, сломал. Вот тут поломался. Игра не игра, а все натурально. Блин, надо друга вести. И Ивана с третьим уровнем. А, все понятно. Короче, мне экспу перенесут, это ДТП. Блин, нет, цифрами называть не очень клево. Как удалить? А вот. Нихера на самом деле игра. Назови его Йором. Что-то такое. Ну да, знай свое место, будь аккуратен. Это я видел. Типа не зарывайся. Ну, давайте его назовем Z. Серьезно, второй танцей так выглядит? Ау, Devil Buster, continue Devil Buster. Подождите, дай-ка я сделаю save state. Меня напрягает, что она... Почему она так выглядит? Это очень странно. О! О-о-о! А нет. А я могу? Почему меню... Но... Почему меню выглядит от первого лица? Я хочу бегать от первого лица. Что это за отстой? Ну да... Вторая часть уже выглядит как не очень игра. Да, про Devil Buster я видел. Ну-ка, подожди-ка, а что будет, если я выйду из Devil Buster? Накаджима... Вот, наблюдал за игрой. Друг Накаджимы, Z, наблюдал за игрой. И разговаривал. Эй, ты уходишь? Поторопись и покажи мне, как победить Минотавра. Блин, у нас
самое глупое имя у мага. Его зовут Зет. Блин, а можем еще в игру поиграть? Play Baymaster. Хранить игру. Игра внутри игры, которая была другой игрой. Блин, вот как поднять подписчиков? Это сложный вопрос. Никак. Должен быть костяк, который смотрел у тебя, то есть друзья. И потом бы другие заходили, видя, что общение есть в чате, и, возможно, бы присоединялись к этому всему. Мы строили СМТ тебе в СМТ, чтобы ты мог играть в СМТ по графике. Не-не-не, Дуб, конечно, не так. Ты прошел СМТ, которая оказалась в другой СМТ, что была встроена в другую СМТ, чтобы ты мог играть в СМТ. Чтобы ты мог пройти СМТ, чтобы та оказалась СМТ, в которую ты играешь внутри СМТ. Деревня Мико на 8-м этаже, башня Дейдалус. А я могу теперь Люцифера убить теперь, что ли? Вот в таком виде? То есть я могу еще раз пройти эту замечательную игру? Серьезно? Или что? Нет, подождите. Секундочку. Да, ну вот, сложный. Блин, сколько? А, серьезно? Или это шутка? А что будет, если я пройду? А ее обязательно проходить? Накажи мы Юмика. Чего? О, это Юмика? Блин, мы ее не рассмотрели. Так, меня сейчас сольют, это точно. Вот эта еще гилд, которую я набрал, она в унитаз смоется. А нет, я еще жив. Ладно, хорошо. Смотрите, это Юмика. А смысл? Я на лестницу забрался, алло. Ладно, я убежал. Как-то сложно, я согласен. Так. Не-не-не, я жив. Я еще жив. Но я не готов проходить Мегами Тенсей 2. Это, конечно, здорово, вот этот переход между частями, но что это за... Почему я играю в компьютерную игру внутри компьютерной игры? Трипл фьюз! Вау! Прикольно. Так, а переноса уровня, кстати, не состоялось внезапно. Ладно, я выйду из Devil Booster. О, да. Тут барабанщики играют. У тебя не что пройти дальше. Нет урона. ХП. Снимаю враг первого этажа. Арболер, мы можем прокачаться. И сломать то, что не может. Блин, здесь музыка еще круче. Давай, боже, да ну нафиг. Потом как-нибудь. В другой раз. Давайте просто посидим в этом месте, ничего не будем делать. Ну просто вторую часть я явно не хочу начинать. Я хочу сначала пройти Secret of Evermore. Нельзя много наворачивать СМТ, а то иначе будет плохо от нее. И арболер с 16-м уровнем.
Это СМТ всегда плохо, даже вслух хакеры. Да, они... Вот, не надо, Фокс, не начинай. Люцифера победили. Так, ну это прикольно на самом деле. Это все еще лучше, чем Persona 2 часть 2. Так, во-первых, я хочу сохранить игру. О-о-о! А теперь за место 3 слотов. Или у меня и на начале 4 были? Было. DDS 1. Ну давай на другой слот. Может я захочу перепройти Люцифер и заново на твой персонажа. DDS 2. Shelter, убежище. То есть случился, видимо, ядерный апокалипсис. И мы будем бороться с последствиями, я так полагаю. Или типа того. Разный подход, он, скорее всего, тебе скажет, что надо стримить, стримить и еще раз стримить. Не, я уже сказал, Джамай. У тебя должен быть костяк в виде друзей, которые вы сидели. Ну и через знакомство. Все. Ну и должна быть, не знаю. Хоть что-то. У меня, я не знаю, почему меня смотрят. По сути, да, стримить, но с определенными условиями. Что тебя будут изначально смотреть твои друзья и с тобой общаться, чтобы не было пустоты. А во-вторых, через знакомство. ТТП. Чтоб тебя хостили т.д. и т.п. Чтоб ты был кому-то интересен, скажем так. Я не знаю, зачем меня смотрят. Так что... Более ничего сказать не могу. Так. Ну... СМТМ больше сегодня не будет. Точнее, МТ. Так. Что можно еще поделать? Саймон Квест будет в следующий раз. Мегамена я быстро не пройду. Так, ибо люблю ретро-игры, но японский не видел ни одной. Не люблю английские версии, но ты тебе играешь, так что нормас. Ну, Луни Тюнс. Блин, я не знаю, что я хочу. Я хочу... Хочу ничего не делать. А, на своей колокольне стримит много, поэтому к нему можно, так сказать, зайти в гости. Ромикс образовалась ниша редкая. Но спросом пользуюсь, поэтому какие-то зрители были. Но жертва так этим, что больше аудитории раскатить не получится. Это да. О, ну давайте вернемся к огороду, господи. Вернемся. Ё-моё, чат попл. О, господи, follow goal. Нет. Мы его выполнили. Косла будет завтра, вторая Саймон Квест. Дождались. Так, кто мне скажет, какой там Соник нормальный был? Более-менее. Саймон Квест будет, мы теперь еще вторую часть будем проходить. Не, Уберсол. Вторую часть она будет хз когда. Саймон Квест будет завтра. Мы ее пройдем от и до. Сейчас ее начинать нецелесообразно.
Так, заканчивай стрим, покушай, отдохни. Да я отдохну. До первого мига даже без скилла за полтора часа пройдешь. Не, чайман.